Кадры. Кадры. Я думаю, где-то около 1000, учитывая, что кто-то приезжал, кто-то уезжал, кто-то приезжал в последний момент, кто-то в последний момент по делам уезжал. Это где-то около 1000 мотоциклистов. А скажите, какой следующий вот алгоритм действует? Сейчас все здесь приехали, чего мы ждем? Сейчас должны подвезти, закупили цветы, сейчас должны подвезти цветы. Мы почти минуты молчания памяти Леонида Фролова. И также положим здесь цветы. А дальше уже по желанию, там, естественно, к матери такая толпа не сможет поехать, это просто нереально. Уже дальше по желанию, кто-то по домам, кто-то куда, это уже все. Вот сейчас люди на рынок пошли. Все пошли на рынок, давайте да. И мы пойдем. Света, давай. Света. Ребята, чего вы потеряли? Это не мы. Нет. Потом зовут. А какой часто его убили, а? Помните? В прошлом году человек 500 приезжал. Скоро еще будет. Мы здесь поселимся скоро. Господи, Царствие Небесное, Господи, Царствие мое Небесное. Царствие мое Небесное, парню этому, как жалко его, Господи. Как сказать, плевок в лицо, учитывая такой приговор. Один год поселения, это никуда не шло, должно, мы хотим добиться, чтобы все было по закону. Пускай, если его отпускают, пускай сядет. Участковый, который не выполнял своих обязанностей, отпустил убийцу. Начальство участкового, ГУВД и все так далее, далее по цепочке, как идет, тогда пускай так тогда и идет. Должен быть закон действовать для всех, независимо. Мы не националисты, мы не что, у нас нет различий, цвет кожи, цвет глаз, все такое нет. Убил человека, все, отвечай по закону. Кто бы ни был, никаких послаблений не должно быть. Примерно подсчитывали количество участников сегодня? Ну, где-то около 1000, учитывая, что люди подъезжали, подписи ставили, уезжали, кто-то новый подъезжали, также вот сейчас вот разъезжались, тоже уже не основная масса. Но где-то около 1000 мотоциклов. Представьте, пожалуйста. Добрый кэп. Андрей, спасибо. Как согласовывались с властями? Ну, а тут... Закон такой. Да, я понимаю, но тут, допустим, какая согласованность? Мы просто свободные мотоциклисты, не организация. Это не митинг, не какая-то акция. Это просто было договорено, что мы приедем с Лаврой, молебен. Лаврой договорились, они выделили площадку, где можно парковаться. Все, там сбор подписей. То бишь у нас ни лозунгов, ничего, никакого. Но все прошло, как я надеюсь, спокойно. По крайней мере, с нашей стороны. Со стороны полиции не было никаких? Нет, со стороны полиции все так же, все нормально, так же все адекватно. Также очень благодарны ГИБДД за сопровождение, за все, что они нам помогли. Сколько подписей удалось собрать? Подписи пока не считали, достаточно много, пока не считали. А сколько всего приехало людей? Приехало где-то около 1000 мотоциклистов. Это Москва и область, да? Москва, область и другие районы. Еще раз представьте, пожалуйста. Добрый кэп. Подписи, если нам сейчас убирают, то вот... А
Вы представляетесь как Добрый Кэп, я правильно понял? Да. Примерно сколько байкеров, скажем так, вы представляете? Я представляю только именно Сергея Посадского, мои друзья мотоциклисты. У нас не клуб ничего, просто друзья мотоциклисты, ну где-то там сколько там, 50-70 человек. То есть остальные, ну, наверное, тут 1,5-2-3 сотни сверхместных... Да, это Москва, Московская область, даже другие районы, Тула, даже сегодня один англичанин здесь как-то оказался. Даже так. Не то, что организован, была договоренность, что мы приедем, в Лавре 2 молебна. С Лаврой также была договорено, что там выделили площадку, где можно парковаться. На этой площадке мы собрали подписи, все разъехались. Попросили ГИБДД, они нас сопроводили до рынка, возложили цветы, все, теперь по домам. Кто-то говорил, что есть желание поехать почему-то к зданию администрации. Это которая... не ко мне вопросы, это частная инициатива, поэтому тут я ничего не в курсе. Ясно, спасибо. Так вы едете туда? Вы едете туда, к администрации? Ну просто они уже туда подъезжают, скажем так. Они по ударной армии поехали напрямую.